Гильфия Азизова из старой Кулатки в сельском хозяйстве не первый год. Однако организовать личное подсобное хозяйство отважилась не так давно. В небольшом хозяйстве живут коровы, гуси, утки, овцы. Этим летом удалось выиграть грант «Агростартап», который пойдет на покупку телят и сельхозтехники. Собирали там, дали, в Ульянс отвезли. Теперь хотим вот на эти деньги купить трактор, дискоборон и телят купить. Хозяйство Азизовых накануне посетил министр агропромышленного комплекса Михаил Семенкин. А кроме этого встретился с молодежью старой Кулатки. Рассказал о мерах поддержки в сельском хозяйстве. Грант «Агростартап» сформирован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Деньги могут получить хозяйство или граждане на создание и развитие фермерского хозяйства. По этой программе, конечно, безусловно, у нас есть ряд приоритетных направлений, которые мы в первую очередь предусматриваем. Это развитие животноводства, это как молочное, мясное скотоводство, соответственно. Ну и, конечно, безусловно, мы прекрасно понимаем, что без кормовой базы сельхозтоваропроизводителю в области животноводства не обойтись, поэтому также, соответственно, предусмотрено с... так скажем, учитываем возможность закупки сельскохозяйственной техники для того, чтобы начинающий фермер мог получить, соответственно, свой бизнес под ключ. Точный размер гранта определяет конкурсная комиссия с условием, что не менее 10% в плане расходов составят собственные средства получателя. Общая сумма планируемых претендентами к получению грантов – 154,5 миллионов рублей. Преимущественные направления расходования гранта – это приобретение сельхозтехники и оборудования, а также крупного рогатого скота. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ул Правда ТВ из Старой Кулатки.